Привет всем. Попался мне в руки вот такой вот электродвигатель от старой советской стиральной машины. Но, к сожалению, нет ни релюшки, ни конденсатора, и тестера у меня нет. А нам нужно его как-то запустить. Что мы будем делать? Нам понадобится обычная лампочка-контролька на 12 вольт и старый аккумулятор. Нам нужно найти две обмотки. Как известно, в такого типа двигателях есть две обмотки, пусковая и рабочая. Ну, из моих небольших знаний по электричеству известно, что рабочей обмотке сопротивление меньше, пусковой больше. Ну и с помощью этой лампочки нам необходимо определить, где у нас пусковая, где у нас рабочая. И вообще определиться, где у нас, на каких проводах у нас какая обмотка. К одному выводу контрольки мы подсоединяем любой провод, который нам нравится. И берем любой другой. Бросаем его на минус. И ничего. Берем следующий провод. Опять бросаем на минус. И вторым выводом контрольки на плюс. Все, у нас свечение есть. Значит, мы нашли одну обмотку. И горит она довольно-таки ярко. Все, запоминаем. Значит, это у нас одна обмотка есть, которая горит. Берем вторые два провода. Подсоединяем таким же образом один провод к одному выводу контрольки. Второй провод бросаем на массу аккумулятора, а второй вывод контрольки на плюс. Все, лампочка горит, но менее ярко. Значит, делаем вывод, что та обмотка, которая горит менее ярко, значит, у нее сопротивление больше, значит, это пусковая. Та, которая горит ярче, это у нас рабочая. Соответственно, в ней сопротивление меньше. Так, это первая сторона нашей сегодняшней работы. Итак, мы нашли наши две обмотки, пусковую и рабочую. Вот наша рабочая обмотка, вот пусковая. Так, теперь нам нужно подключить наш электродвигатель без использования конденсаторов и прочих релюшек. Убираем аккумулятор, он уже нам не нужен. Так, чтобы подключить такой электродвигатель к сети 220, я буду использовать пусковую кнопку PNVS и нашу обычную вилку. Контрольку тоже мы убираем. Она свою функцию уже выполнила. Итак, нам нужно определиться схемой подключения. Значит, рисуем. Вот наша рабочая обмотка, вот наша пусковая обмотка. Нам нужно по одному выводу с каждой обмотки соединить между собой. И тогда на один свободный вывод рабочей обмотки и на соединенный мы подаем наши 220. На этот же вывод нам нужно кратковременно подать тоже 220, чтобы двигатель запустился, и потом резко отрубить наше напряжение. Для этого мы будем использовать кнопку PNVS. Значит, мы кратковременно подаем наши 220 через кнопочку PNVS. Вот, в принципе, простейшая схема подключения данного электродвигателя. Итак, вот наша кнопочка PNVS. Раскручиваем ее. Так, значит,
Вот наши два основные вывода. А вот третий вывод, который отключается у нас при отпускании кнопки. Как раз то, что нам нужно. Итак, мы знаем, вот наша рабочая обмотка. Это два этих провода. А вот наша пусковая. Мы берем два провода по одному с рабочей и пусковой и соединяем их вместе. Так, и согласно нашей схеме мы пускаем их на вот эту клемму. Да ёшкин макарёшкин. Так, теперь, значит, один вывод нашей обмотки рабочий мы пускаем вот сюда, то есть на наши 220 постоянные. И хорошенько зажимаю. А второй вывод нашей пусковой обмотки мы пускаем на нашу временную кнопочку. Так, вот наша вилка. У нас получится подать 220 на два наших основных контакта. Но чтобы подать нам на временный, нам надо использовать любую перемычку. Я вот из кусочка провода сделал вот такую маленькую перемычку. И с помощью нее мы подаем наши напряжения на средний контакт. Так, второй провод нашей вилки мы присоединяем на второй основной контакт нашей кнопочки PNVS. Так, и тоже хорошенько зажимаем. Итак, ну, в принципе, все. Пока крышку накрывать не буду, после испытаний все закрою. Ну что, будем пробовать. Включаем нашу вилку в розетку и... Наш двигатель работает. Еще раз. Вот таким образом, с помощью вот такой кнопки, мы подключаем наш электродвигатель к сети 220. Спасибо всем. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч!